Опыт Oriflame в области ухода за кожей основан на более чем 50 годах глубоких научных исследований. Уникальность наших средств в том, что они сочетают в себе натуральные ингредиенты, инновационные разработки и научно доказанные результаты. Природа — наше вдохновение. Мы берем лучшее от природы и сочетаем с передовой наукой. Именно поэтому нам удается производить великолепные косметические продукты. Каждый из них подвергается потребительскому или клиническому тестированию. Если быть точным, каждый год порядка 7 тысяч добровольцев участвует в тестах. Наша цель — убедиться, что мы предлагаем лучшие продукты. Наша кожа — это первая линия обороны организма от внешних агрессоров. Вот почему необходимо заботиться о здоровье кожи, а ее состояние является важнейшим индикатором общего состояния здоровья. Старение нашей кожи на 80% зависит от нас самих. Этот факт научно доказан. Некоторые факторы старения уже прописаны в нашей ДНК, но по большей части особенности старения нашей кожи обусловлены нашими личными предпочтениями и особенностями ухода за кожей. Oriflame предлагает различные косметические линейки, чтобы каждая женщина могла подобрать средства ухода, удовлетворяющие потребностям ее кожи. Так что теперь вы можете выглядеть настолько молодо, насколько себя ощущаете. С момента основания компании Oriflame нашим главным приоритетом был уход за кожей. Так что же делает ухаживающие средства Oriflame уникальными? Во-первых, обязательное использование натуральных ингредиентов. Во-вторых, эффективность, доказанная клиническими тестами. Кроме того, строгое соблюдение шведских стандартов качества и индивидуальные рекомендации в соответствии с личными предпочтениями. Откройте для себя уникальную инновационную косметику Oriflame. Какими бы ни были ваши потребности, мы предложим вам самые лучшие средства для ухода за кожей. За дополнительной информацией обратитесь к консультанту Oriflame или посетите наш сайт. Я хочу поговорить об уходе за кожей. Одно из преимуществ, которые есть у Oriflame и в прямых продажах, это возможность рассказать людям, как правильно ухаживать за кожей. Ведь Oriflame занимается не продажей косметики, мы продаем красоту. А красота — это не результат работы отдельных косметических средств. Красота — это научный подход к уходу за кожей. Говоря об уходе за кожей, мы подразумеваем ежедневное комплексное использование ухаживающих средств. Потому что красота кожи зависит не от одного конкретно взятого продукта, а от целого комплекса средств, которые предлагает вам Oriflame. Первое, что вы должны делать, когда просыпаетесь утром, это понимать, что в течение ночи с кожей произошли изменения. Она подверглась множеству процессов, в результате которых ее верхний слой покрылся ороговевшими клетками, и вам надо их смыть. Используйте наши очищающие средства. Благодаря им кожа станет чистой и ухоженной. Вся правда в том, что даже после использования очищающих средств вы видите, что чистота кожи не совсем идеальна. Вот почему вы прибегаете к помощи тоника. Тоник полностью удаляет остатки загрязнений, которые остаются на поверхности кожи после сна. Именно такую процедуру очищения мы предлагаем вам пройти, чтобы по-настоящему эффективно очистить кожу. После того, как вы очистили кожу, а именно воспользовались очищающими средствами и тоником, следует приступить к нанесению ухаживающих средств. Нужно понимать, что кожа вокруг глаз гораздо чувствительнее, чем кожа на других участках лица. Именно поэтому следует пользоваться специальным кремом для кожи вокруг глаз. Будьте аккуратны при использовании крема. Наносите его подушечкой безымянного пальца легкими точечными прикосновениями на область под глазами. Теперь приступайте к нанесению сыворотки. Особенность действия сыворотки состоит в том, что она проникает в глубокие слои кожи, доставляя клеткам активные компоненты, и желаемый результат достигается гораздо быстрее. И уже после этого наносите дневной крем.
Дневной крем вы наносите на кожу лица. Пользоваться дневным кремом важно, поскольку он обеспечивает именно тот результат, которого вы ждете. И кроме того, он содержит SPF. SPF — чрезвычайно важный ингредиент. Он защищает вас от негативного воздействия окружающей среды. Находясь на солнце, вы на самом деле подвергаете кожу губительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Пользуйтесь кремом, содержащим SPF, и вы обеспечите коже защиту. Эта процедура ухода за кожей утром и днем, а вечером перед сном вы выполняете эту же процедуру снова. Но теперь вместо дневного крема вы наносите ночной крем. Почему? В состав дневного крема входит SPF, который защищает кожу от солнечного излучения. Ночью вы не нуждаетесь в защите от солнца, а важно то, чтобы процессы, происходящие в это время суток, были максимально эффективными. Вот почему не стоит наносить дневной крем ночью, а пользоваться именно ночным кремом. Он активизирует процессы, происходящие в коже во время сна. Следуя этой программе, вы как консультант, как лидер, как покупатель Oriflame придерживаетесь научного подхода, ухаживая за кожей. И речь вовсе не о косметической продукции, это касается красоты. И не только красоты в целом, а красоты вашей кожи. Кожи, которая будет с вами до конца ваших дней. Мы знаем, что от того, как выглядит ваша кожа, какие ощущения она испытывает, будет зависеть то, что чувствуете вы. И мы хотим, чтобы вы пользовались самыми лучшими средствами. Благодаря этому вы будете ощущать себя лучшими. Вы сможете легко общаться, приглашать больше новых людей, вы сможете больше продавать, вы станете еще успешнее. Так, чтобы начать по-настоящему успешную карьеру с Oriflame, важно иметь представление о правильном уходе за кожей. Знание основных этапов правильного ухода за кожей — залог успешной карьеры с Oriflame, залог вашей привлекательности. Желаю вам удачи в уходе за кожей. Тебе постоянно хочется пробовать что-то новенькое, но со временем начинаешь ценить совсем другие вещи. Это качество, это натуральность и это экологичность. И это отражается буквально во всем. И в выборе продуктов питания, и в одежде, ну и, конечно же, в косметике. Экобьюти отлично подходит под все эти требования. 95% ингредиентов природного происхождения, органические экстракты, отличный выбор. И скоро нас ждет расширение в этой серии. И не только в средствах по уходу за кожей лица, но и в декоративной косметике. Я просто уверена, что каждый из вас выберет для себя любимый продукт. В Швеции, где я выросла, забота об экологии – это не дань моде, это образ жизни каждого человека. Вода там настолько чистая, что ее можно пить из-под крана. А вода из-под крана, например, в Стокгольме, является самой чистой водопроводной водой в мире. Но я надеюсь, что когда-нибудь так же будет и у нас. Но чтобы это произошло, каждый из нас должен внести вклад в это, сделать хотя бы маленький шаг в этом направлении. Упаковка крема EcoBeauty сделана из полностью перерабатываемых материалов. Поэтому, выбирая EcoBeauty, вы заботитесь о будущем нашей планеты. Таксумикет! Здорово, что я работаю в компании, которая не тестирует свою продукцию на животных. Новый шаг в истории компании Oriflame – это косметическая продукция EcoBeauty, которая не содержит животных ингредиентов. Она подходит не только для вегетарианцев, но и для веганов. Для меня, моего кота Моисея и трех черепах это очень важно. Спасибо! Oriflame – это компания, которая воплощает мечты. Это не только касается наших консультантов и наших лидеров. Это тоже касается тех партнеров, которые помогают нам создавать самую натуральную, самую этичную и прогрессивную косметику в мире. В любой косметический продукт всегда есть сырья, которые добывают в странах более низкого уровня жизни. Но когда вы выбираете EcoBeauty от Oriflame, вы всегда можете быть уверены в том, что все люди, которые занимаются производством сырья для этой серии, всегда получают достойную зарплату и всегда работают в достойных условиях. Это гарантирует независимая международная организация Fairtrade, с которой мы работаем. EcoBeauty – это самая экологическая серия продуктов в мире. Эта серия имеет все 4 самые важные сертификаты в области экологической и социальной ответственности. Для вашей красоты, со заботой о природе, выбирайте EcoBeauty от Oriflame.
В жизни нам часто приходится делать выбор. Иногда незначительное решение может привести к заметным результатам. Даже баночка крема, которым вы пользуетесь каждый день, может многое сказать о вас. Выбирая продукцию Oriflame, вы поступаете как разумный потребитель. Ведь это идеальное сочетание натуральных ингредиентов и новейших научных разработок для эффективного ухода за кожей. А выбирая серию Eco Beauty от Oriflame, вы стремитесь не только отлично выглядеть, но и заботиться о планете и о людях вокруг. Косметические продукты Eco Beauty получили сертификат Fair Trade. Мы решили посетить штат Керала в Индии, где издавна выращивают кокосовые орехи и производят кокосовое масло. Керала насчитывает около 12 миллионов фермерских сообществ, и люди, живущие здесь, полностью зависят от сельского хозяйства. Благодаря организации Fair Trade люди значительно улучшили свою жизнь, зарабатывают больше и могут сами выбирать свое будущее. Дети теперь ходят в школу, а рабочие повышают квалификацию. Все производство ведется вручную по сложившимся традициям, с бережным отношением к окружающей среде. Таким образом, масло получается настолько натуральным, насколько это возможно. Это самое полезное, что может быть для вашей кожи. И, конечно, это означает высочайшее качество кокосового масла без каких-либо добавок. Ваша поддержка нам очень важна. Лесной попечительский совет – международная организация, продвигающая экологически ответственное использование мировых лесных ресурсов. Защита лесов чрезвычайно важна для всей экосистемы. Сертификат ЛПС подтверждает их рациональное использование и гарантирует, что взамен каждого срубленного дерева будет посажено новое. Бумажная и картонная упаковка производится из деревьев. Поэтому, создавая серию Eco Beauty, компания Oriflame приняла решение использовать картон, произведенный в соответствии с высокими экологическими и этическими стандартами ЛПС. Амбициозная цель Oriflame состоит в том, чтобы к 2020 году абсолютно вся бумажная продукция компании производилась из возобновляемых лесных ресурсов. Oriflame получил сертификат ведущей независимой международной организации «Экосерт», которая придерживается строжайших стандартов производства натуральной и органической косметики. Сертификат «Экосерт» гарантирует, что все продукты «Экобьюти» содержат не менее 95% натуральных и не менее 5% органических ингредиентов, а также отсутствие парабенов, силиконов, нефтепродуктов, синтетических ароматизаторов и красителей. «Экосерт» контролирует производство нашей продукции от начала и до конца, убеждаясь в том, что технологии экологически безвредны, а упаковка может быть вторично переработана. Партнерство с веганским обществом гарантирует, что продукция Eco Beauty не содержит ингредиентов животного происхождения, таких как яйца и молочные продукты, и то, что косметика не тестируется на животных. Сертификат веганского общества означает наше непосредственное участие в программе защиты животных, что всегда было одним из принципов компании Oriflame. Как приятно, заботясь о своей красоте, помогать миру стать лучше. Даже простой выбор крема – это тоже важное решение. Узнайте больше о том, как быть красивой и дарить красоту миру на сайте oriflame.com/ecobeauty. Крем для рук, крем для ног, для лица или для век. Ночной, дневной, восстанавливающий или омолаживающий. Косметические компании предлагают десятки средств, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Но за кулисами этих империй обнаруживаются научные лаборатории, когда заходит речь о разработке новых средств. Как делают кремы? Как находят именно то, что способно восстановить или омолодить кожу? Практически у всех косметических гигантов есть собственные лаборатории, где разрабатываются новинки. Но не каждый из них может похвастаться собственным центром исследования кожи, который есть в столице Швеции, Стокгольме. Именно здесь ученые компании Oriflame работают над первой космецевтической линией BioClinic. Космецевтика образовалась на стыке косметологии и дермафармакологии, а первыми результатами исследований стали дневной и ночной лифтинг кремы, решающие одну из самых распространенных проблем – потери упругости кожи. Новейшие исследования показали, что ослабление механизма самозащиты эпидермиса является основной причиной серьезных проблем с кожей. Oriflame предлагает своим клиентам натуральную шведскую косметику. Поэтому здесь ученые много работают над получением экстрактов живых растений, которые затем станут частью формулы крема. Как получают экстракты и как оценивают их эффективность? На столе карамболь, папайя, имбирь,
но сейчас взялись за бруснику. Получение экстракта можно сравнить с приготовлением чая или кофе. Если положить ягоды в воду и размешать, словно заварку в чайнике, получим брусничный раствор. Второй способ напоминает приготовление кофе-эспрессо. Воду кипятят, пар поднимается вверх, конденсируется и снова становится водой. В белом контейнере та самая брусника, из которой добывают вытяжку. Если продолжать кофейную аналогию, то третий способ получения экстракта – это френч-пресс. Полученные экстракты проверяют на хромографе. Образцы наносят полосками на карточку и помещают в специальный раствор, где они вытягиваются в многоцветные полоски. Каждый цвет обозначает наличие определенного компонента. Так определяется эффективность экстракта и лучший способ получения вещества. Так шипит трубка подачи углекислого газа. Подают его настоящим клеткам человеческой кожи, которые находятся в специальном шкафу-инкубаторе при температуре 37 градусов. В каждой коробочке клетки и питательная среда. Именно здесь анализируют, как новые ингредиенты воздействуют на клетки разных слоев кожи. Любой крем в итоге – это формула, составленная из нескольких активных ингредиентов. Технология Целинов в средствах Биоклиник содержит чистый ретинол, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и пептид. Исследования показали, что такая комбинация глубоко увлажняет кожу и стимулирует выработку коллагена, структурного белка кожи, восстанавливая межклеточный матрикс и заметно подтягивая и разглаживая кожу. Экстракты нашли, воздействие на клетки проверили, формулу составили. Теперь нужно выяснить, а впитывается ли новое косметическое средство в кожу. Время и степень проникновения ингредиентов – один из главных параметров формулы будущего крема. Ведь средство не может считаться эффективным, если оно осталось на поверхности рогового слоя и не достигло глубинных слоев. Кроме того, например, дневной крем должен впитываться быстро, тогда как вещества из ночного должны поступать в клетки кожи всю ночь. Исследования проводятся инвитро с помощью диффузионных ячеек Франца, куда помещаются фрагменты эпидермиса, на который наносится косметическое средство. Степень проникновения можно оценить по истечении 24 часов. Заключительное тестирование проводится на добровольцах. В лаборатории им дают образцы и объясняют, как часто и как именно ими пользоваться дома. Кремы Биоклиник, например, тестировались 12 недель, после чего состояние кожи испытуемых изучили в лаборатории. И только после этой живой апробации новое косметическое средство поступит в производство и продажу. Добрый день и добро пожаловать в студию по уходу за кожей Oriflame. Сегодня мы поговорим о тенденциях в уходе за кожей лица, о том, как важно всегда выглядеть молодо и о том, как вы сможете выглядеть гораздо моложе с помощью высокотехнологичных средств по уходу за кожей лица от Oriflame. Косметика по уходу за кожей лица – это наше наследие. 47 лет назад братья Афьокник основали косметическую компанию. В ее ассортименте была косметика по уходу за кожей лица. И до сих пор это любимая категория постоянных покупателей. Мы пригласили двух экспертов. Сегодня в нашей студии Светлана Назарова, косметолог-эксперт Oriflame стран СНГ. Добрый день. И Елена Решетникова, эксперт по продукции Oriflame. Добрый день. Сегодня при всем разнообразии косметических брендов и средств на рынке очень сложно сделать выбор и довериться какой-либо марке. Светлана, вы профессиональный косметолог. За вашу карьеру вы работали с многими марками косметики, в том числе и профессиональной. Скажите, что вы думаете о косметике Oriflame? Вы знаете, исходя из своего опыта, я могу выделить три основных момента, которые отличают компанию Oriflame от других брендов. В первую очередь, это быстрый визуальный эффект, который возникает на коже сразу после нанесения крема, и это подтверждено высококлассными научными исследованиями. Второе – высокотехнологичность, настоящие шведские инновации, очень мощные разработки и исследования, которые мы проводим в нашем институте исследования кожи в Стокгольме и в научно-исследовательском центре в Дублине. И в-третьих, это высокое качество продукта по разумной цене. Как Светлана уже отметила, наши продукты показывают прекрасные результаты, которые не только не уступают конкурентам, но и превосходят некоторые продукты премиум-класса, которые стоят в 5 раз дороже на рынке. Елена,
Я знаю, что вы посещали нашу внутреннюю лабораторию Ориderm, в которой проводится тестирование продукции. Скажите, какие у вас впечатления? Процесс создания и производства одного продукта в среднем занимает около 5 лет. Сначала в Стокгольмском институте исследования кожи проводится подбор и тестирование активных натуральных ингредиентов. Затем разработка передается в научно-исследовательский институт в Дублине, где более 200 ученых с мировым именем продолжают заниматься созданием средств. На самом деле в этом процессе есть еще несколько аспектов, на которых хотелось бы сделать акцент. В первую очередь у нас полувековой опыт работы с категорией средств по уходу за лицом. У нас более 20 патентов, 20 уникальных разработок, которые используются только в наших продуктах. 9 новшеств сейчас находятся в стадии получения патента. У нас в Институте исследований кожи работают более чем 200 высококлассных ученых. У нас очень серьезные стратегические партнеры – это институты Упсали и Институт исследований кожи в Стокгольме. Компания Oriflame является учредителем и владельцем Института исследований кожи, где мы проводим различные исследования. Кстати, серия коллагена, о которой говорила Елена, это инновация именно нашего института. И в этой связи хотелось бы отметить, что мы первые, кто предлагает эту инновацию, именно стволовые клетки, это революционное открытие в косметологии. Мы первые, кто предлагает в наши руки круг, потому что только некоторые марки класса премиум его сейчас могут предложить на рынке. Елена, у нас есть потрясающие технологии по борьбе с процессом старения. Но что в общем мы сможем сделать с процессом увядания кожи? За последние годы мы узнали очень много о процессах старения, таких ключевых процессах, как обновление клеток, синтез коллагена, барьерные функции кожи и некоторых других, над которыми работают ученые из Института исследования кожи в Стокгольме. Большой багаж знаний привел нас к более ясному пониманию физиологии кожи. Теперь мы можем предотвращать и эффективно корректировать признаки старения кожи. Сейчас мы работаем над решением таких проблем, как улучшение упругости кожи, защита от ультрафиолетовых лучей, предотвращение появления морщин в области глаз. Предлагая женщине разнообразные средства, направленные на борьбу со старением кожи, мы тем самым даем ей возможность взять под контроль процесс своего старения. Также очень важный аспект, что Oriflame предлагает разнообразный ассортимент средств по уходу за кожей для различных целей. И это очень здорово, на мой взгляд, быть частью процесса, цель которого – улучшение жизни людей. Для любой женщины всегда очень важно выглядеть молодо, поэтому мы стараемся уделять как можно больше внимания тем признакам, которые выдают возраст. Светлана, скажите, пожалуйста, какие исследования проходили в данной сфере? Ученые провели исследование и назвали его отражение возраста. Мы проанализировали структуру кожи более чем 1000 женщин, и мы теперь можем понять основные процессы, которые происходят в коже при старении. Смотрите на этот слайд. Насколько старше выглядит женщина слева? На 10 лет, не правда ли? А на самом деле обоим женщинам по 45 лет. Благодаря этому исследованию мы теперь знаем, какие процессы происходят в глубине кожи. Мы анализировали тусклый цвет лица, мы анализировали выраженные глубокие морщины, пигментацию, неровности кожи, расширенные поры. Все то, что является отражением возраста женщины на лице. Вот эти исследования, они очень помогли нам в понятии процессов и будут в дальнейшем помогать в поиске средств борьбы с процессами старения кожи. У нас есть потрясающие технологии и глубокое понимание нужд наших потребителей, а также факторов, которые влияют на восприятие возраста. Елена, скажите, как эти преимущества отражены в продукции Oriflame и какие новинки появятся в ближайшее время в серии по уходу за кожей? Сейчас мы работаем над созданием косметики нового поколения. Она должна быть натуральной и направленной на мгновенное преображение кожи. Если вы заботитесь о молодости и красоте вашей кожи, то Oriflame – это тот бренд, который поможет вам в этом. Мы также хотим продолжать рассказывать о высоком качестве нашей продукции, о существующих продуктах, о новейших технологиях, которые используются, о том, сколько времени ушло на их разработку. В Oriflame мы знаем все об уходе за лицом, и вы можете доверять нам заботиться о вашей коже. Спасибо, Елена. Спасибо, Светлана.
Сегодня мы поговорили о том, благодаря каким факторам средства по уходу за кожей лица от Oriflame действительно помогут вам выглядеть моложе. Ведь научно доказано, что процесс старения кожи на 20% зависит от генетики, а на 80% зависит от ежедневного ухода. Поэтому вы сами выбираете, на сколько лет вы хотите выглядеть. Серия Optimals всегда нравилась нашим потребителям. Теперь лучшее стало идеальным. В каждом продукте Optimals запатентованная антиоксидантная технология Lingon 50/50 на основе экстракта шведской брусники. Впервые в мире ученые Oriflame соединили экстракт ягод и экстракт листьев шведской брусники, усилив антиоксидантную защиту кожи. В каждой серии также присутствует тщательно отобранный активный компонент, решающий индивидуальные проблемы кожи. Вот что говорят женщины, которые попробовали новую серию Optimals о своей коже. Она счастлива, она просто светится. Стала более упругой, морщины не так заметны. Увлажнение, которое я ощущаю целый день. Я полностью избавилась от прыщей на лице. Я хочу чувствовать себя уверенно. Я прошу слишком многого? Независимо от твоего возраста, типа и особенностей кожи, всегда есть Optimals. Миллионы женщин уже пользуются средствами Optimals. Им нравится, ты влюбишься в них тоже. Optimals от Oriflame. В чем секрет безупречной кожи? Откройте новую серию «Королевский бархат» от Oriflame с эликсиром черного ириса. Бархатная подтянутая кожа – это роскошь, которую заслуживает каждая женщина. Проверенный результат – упругая подтянутая кожа всего за 4 недели. Мой секрет красоты – королевский бархат. Каталог Oriflame – все для моей красоты и даже больше. Спрашивайте у консультантов Oriflame. Можно ли повернуть время вспять и сохранить молодость? Под воздействием возрастных гормональных изменений кожа становится тоньше и появляются выраженные морщины. Огромный потенциал молодости вашей кожи заложен в триогенах красоты. Ученые изучили более 30 тысяч генов и выделили 3, отвечающие за поддержание молодости кожи. Почти 10 лет ушло на обширные исследования, и в результате появился генистеин сой – потрясающий питательный элемент антивозрастного действия, активирующий гены красоты. Новый крем «Власть над временем» Skin Genius пробуждает ваши гены красоты, воздействуя на все нужды зрелой кожи. Ваша кожа выглядит до 8 лет моложе. Власть над временем. Косметика, которую ты выбираешь, призвана подарить тебе уверенность в себе. Ведь если ты чувствуешь себя красивой, ты буквально излучаешь уверенность. И это помогает тебе во всех твоих повседневных делах. Важное совещание или торжественное событие – место, где необходимо произвести правильное впечатление. То, насколько ты уверена в себе, влияет на результат в гораздо большей степени, чем самые правильные слова.
Мы все хотим на кого-то равняться, ищем в людях источник вдохновения. Посмотрим на стильных женщин, например, суперзвезд, моделей, политиков или олимпийских чемпионок. Они успешны в том, что делают, потому что они исполняют свои мечты. Думаю, именно эта черта так вдохновляет нас в этих женщинах, ведь к этому стремится каждый из нас. Быть женщиной в нашем обществе и в наше время — тяжелая работа, потому что со всех сторон на тебя давит множество обязанностей. Нужно ухаживать за домом, растить детей, иметь при этом отличную фигуру, успешную карьеру и прекрасно выглядеть. Поэтому оптимизировать ежедневный уход, то есть уделять внимание действительно важным вещам, а также знать, как правильно пользоваться косметикой, очень важно, если ты хочешь сделать свою жизнь легче. Есть две ключевые вещи, которым важно уделять внимание. Первое — это ухоженные брови. Они не только сделают выразительными твои глаза, но и скорректируют черты лица, что позволит произвести правильное впечатление. Самый простой совет — добавь немного цвета на губы. Это может сразу изменить образ, сделать его ярче. Превратить твой дневной образ в вечерний довольно просто. Как правило, ты используешь меньше макияжа в течение дня и больше в вечернее время. Нанести цвет на губы — классический способ сделать образ более гламурным и женственным. Для создания выразительного макияжа глаз просто проведи черным карандашом по линии роста ресниц. Это сделает любой макияж более интенсивным, загадочным и интересным. Модные веяния смешиваются друг с другом, и так создается тренд. Но гораздо важнее оставаться верной своему личному стилю, чем во всем следовать моде. Используя тренды сезона, добавляя модные штрихи к своему обычному образу, ты можешь следовать актуальным тенденциям, не изменяя себе. Сейчас мы находимся в Лос-Анджелесе, совсем близко к знаменитым Голливудским холмам, где происходит настоящая магия и где мечты становятся реальностью. Такое удовольствие работать с командой настоящих профессионалов. As I'm looking back in time, it's like someone tells me I was always on my way. Арифлейм воплотил мою мечту в жизнь. Когда на мне макияж, сделанный косметикой Oriflame, я чувствую себя великолепно. Я выгляжу отлично, и я чувствую себя на все 100. Когда-нибудь я бы хотела стать трендсеттером, и мне кажется, что в моем кругу, в моем маленьком мире, я действительно могу им быть. И каждая женщина может. Конечно, я мечтаю создавать тренды на мировом уровне, но сейчас у меня лучше получается следовать моде. Я хочу быть в игре, и я хочу выглядеть отлично каждый день. Я думаю, важно быть на острие моды, но не только следовать новым трендам, а создавать собственный уникальный стиль. Важно иметь собственный стиль, а не примерять на себя чужие образы. Всегда-всегда берите с собой помаду, потому что даже если на вашем лице минимум макияжа, губная помада — это тот яркий акцент, который преобразит вас. Красота — это на 99% уверенность в себе. Любовь к себе и к тому, какая ты, делает тебя красивой. Пожалуйста, откройте Oriflame в Америке сегодня. Are you the one? Привет, я Кэролайн и веду репортаж с недели моды в Стокгольме. Компания Oriflame стала спонсором недели моды в Стокгольме, где представила свой новый бренд декоративной косметики The One. Одним из знаковых событий стал показ дизайнера Валери. Валери, расскажите, пожалуйста, о том, что вдохновило вас на создание этого фантастического шоу. Ну, меня вдохновили 60-е годы, и шоу называется Noir sur Blanc, что означает «черное и белое». Привет, как вам нравится шоу сегодня? Все это выглядит поразительно. Под руководством визажиста Oriflame Йонаса Врамеля стилисты создавали на подиумах настоящий праздник красоты и стиля.
Йонас, расскажите о том, что вдохновило вас на создание макияжа моделей. Я думаю, вам понравится макияж. Тенденции, которые представляет Валери, вполне можно носить. Мы сделали графичные монохромные стрелки, которые начинаются белым цветом и затем переходят в черный. Знаменитые гости оценили последние модные тренды и были в восторге от новинок The One. Мне нравятся сверкающие тени и подводка для глаз. И еще я предпочитаю серебряный цвет. Это очень модно. О, мне так нравится ваш макияж. Красный — это не просто тренд. Красный актуален всегда. Я люблю красный. Какую косметику всегда можно найти в твоей сумочке? У меня всегда есть с собой помада модного оттенка. Встречайте ваши новые образы вместе с The One. Are you the one? Анастасия Пашанина, и это мой видеоблог Daily Makeup. Новый год наступил, и чтобы узнать, что будет актуально в новом сезоне, я приехала в Стокгольм на Mercedes-Benz Fashion Week. Скандинавские дизайнеры стали заметны в фэшн-индустрии не так давно, но с каждым годом становятся все популярнее. И главные принципы — лаконичность, функциональность, минимум деталей и чистые цвета. Мне очень нравится. Это был показ модного шведского дизайнера Валери Афлалоу. Что вас вдохновило? Меня вдохновила икона стиля из 60-х, у которой была очень интересная жизнь. Почему вы использовали только два цвета – черный и белый? Черный и белый – главные цвета в моей коллекции, потому что это очень утонченно и элегантно. Я очень люблю модные показы. Сначала участвовала как модель, а теперь регулярно работаю в качестве визажиста. Именно с подиумов недель моды к нам приходят новые образы, прически и, конечно же, макияж. Но сегодня я не буду никого красить, а покажу вам бэкстейдж шведской недели моды. Главным спонсором недели моды в Стокгольме стал известный шведский бьюти-бренд Oriflame. Наверняка вы помните Йонаса Врамеля, официального визажиста марки из выпуска «Продублен». Я вот до сих пор не могу забыть. Что вдохновило вас создать такой образ? Мы много работаем с дизайнерами одежды, чтобы придумать подходящий макияж, потому что модельеры и стилисты уже представляют себе определенный образ. И мы работаем вместе, чтобы создать такой макияж, который станет трендом, который будет хорошо смотреться и в повседневной жизни, и на подиуме. Я думаю, это очень важно, потому что такой образ смогут повторить девушки, когда будут использовать продукты линейки The One. Я надеюсь, я смогла вас убедить, что шведская мода – это не только свитера с оленями. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Дюденко. Сегодня я с огромным удовольствием представлю вам новые укладочные средства Oriflame Expert Styling. Более того, я покажу, какие образы при помощи этих средств вы можете создать в домашних условиях. Эта серия включает в себя базовые средства для стайлинга, такие как лак и пенка, а также средства специального назначения. Это спрей для термозащиты, это крем для разглаживания и выравнивания волос.
а также мусс для формирования локонов и волн. Все формулы в этих продуктах содержат кератин, белок, который является составляющей природной структуры волоса и придает ему силу и эластичность. Кроме того, в этих препаратах содержится провитамин В5, который обеспечивает дополнительный уход и увлажнение. И если вас спросить, мечтаете ли вы о том, чтобы ваши волосы выглядели ухоженными и привлекательными, теперь это возможно. С новой серией «Эксперт Стайлинг» вы сможете создавать потрясающие укладки и одновременно ухаживать за волосами. Итак, о какой прическе мечтает любая женщина с прямыми облегающими волосами? Конечно же, об объемной. Объем актуален в любом сезоне. Сейчас при помощи волос Алины я продемонстрирую создание пышной объемной прически. Для создания любой укладки нам нужно сделать 3 шага. Первый шаг – защита. Для этого я беру несмываемый спрей, который защищает волосы от пересушивания и обезвоживания. Укладка Алины предусматривает использование фена, и этот спрей может защитить волосы с нагреванием до 230 градусов. Также этот спрей обладает очень хорошим антистатичным эффектом. Когда мы будем укладывать волосы, они не будут электризоваться. Шаг второй. Стайлинг. Для этого я беру пенку, усилитель объема. Равномерно наносим пенку от корней. Она поможет нам сделать прическу пышной и удерживать эффект достаточно длительное время. Эта пенка – это укрепление прически изнутри. Для того, чтобы укладка была пышной, нужно сначала приподнимать корни, а потом высушивать середину и концы. Если вы любите укладывать волосы круглыми щетками, то пряди нужно набирать как можно выше, а потом накручивать полностью щетку до корня и дать возможность остыть. Тогда вы получите отличный объем. Ну и вот, с помощью того или иного вашего любимого способа укладки вы можете получить вот такой объем. И шаг третий – фиксация. Для этого я беру спрей и фиксирую прическу. Если же вы хотите усилить эффект объема, то этот специальный лак можно наносить не только на поверхность волос, а и в корень. Ну и вот, с помощью «Эксперт Стайлинг» Алина теперь имеет новый образ. Мы продолжаем магию преобразования. Многие женщины, которые имеют кучерявые, пористые и очень пышные волосы, хотят укротить свою буйную шевелюру. С помощью средств «Эксперт Стайлинг» мы сделаем волосы Ирины прямыми и разглаженными. Первый шаг – защита. На мокрые волосы наносим несмываемый спрей термозащита для укладки волос «Эксперт Стайлинг». Второй шаг. Мы берем разглаживающий крем для укладки. Он предотвращает пушение волос, а также помогает нам разгладить и выпрямить волосы.
Ну и теперь наши выпрямленные и разглаженные волосы нужно, конечно же, зафиксировать лаком. Это наш шаг третий. Лак добавит нам еще и блеск. Это действительно настоящее волшебство, когда с помощью качественных препаратов для волос можно поспорить с природой. Теперь любая женщина, которая имеет кучерявые волосы и непослушную структуру, может ее укротить. И все же, при всех наших преобразованиях, самый главный современный тренд – это упругие кудряшки. И если даже у вас прямые волосы, вы можете примерить на себя этот образ. Для начала на мокрые волосы наносим термозащиту. Она нам понадобится, потому что мы будем применять электрощипцы. Теперь мы берем специальную пенку, которая помогает сформировать локоны и волны. Выдавливаем ее небольшое количество и наносим на пряди волос. Ну вот, с помощью лосьона с термозащитой и мусса, который формирует локоны, мы смогли сделать накрутку. Теперь нам остается зафиксировать прическу лаком. Поверьте, эта накрутка продержится у вас до следующего мытья. Дорогие женщины, чаще листайте каталог Oriflame, и вы всегда найдете там все, что поможет вам вызывать восхищенный взгляд окружающих. Oriflame was founded in Stockholm, Sweden, 45 years ago. Today, we work with Sweden's top designers to create products exclusively for Oriflame consultants. Let's meet one of them. Hi, I'm Isabelle Lante. I'm a Swedish jewelry designer and I founded the brand LA Stockholm. I am delighted to be working with Oriflame. What really inspires me is strong women who have done everything possible to fulfill their dreams. I know Oriflame has the same values. I get inspiration from the latest fashion shows, magazines and jewelry fairs around the world. My jewelry reflects Swedish design, clean shapes and natural beauty. LA Stockholm jewelry is featured in all the top fashion magazines and many Swedish celebrities are wearing LA Stockholm. I have created a jewelry collection exclusively for the most successful Oriflame consultants. The LA Stockholm Gold Collection contains a necklace, earrings and a bracelet. Each item is gold-plated with black Swarovski crystals. This is a true symbol of Stockholm luxury. It hasn't always been easy running my own business, but I'm really having the time of my life, every day. Being your own boss is all about staying focused and pushing boundaries. When you truly believe in your dreams, then you can achieve them. The most successful consultants will be rewarded with the exclusive Black Beauty Case, perfect for carrying all your favorite Oriflame products. Thank you.
Это Ева. Ей 40 лет. Она замужем, живет и работает в Стокгольме. Ева считает, что ведет здоровый образ жизни и готова пройти наши тесты, чтобы это доказать. Бетси, я дома. Я думаю, все, что говорят и пишут о здоровом питании, это чистый маркетинг. Ну, вы знаете все эти обещания, типа «похудеете на 10 килограммов, и у вас никогда не будет инсульта». «Принимайте витамины, и вы будете жить вечно». «Уменьшите потребление сахара, и вы снизите риск заболевания раком». Мне кажется, все это часть одной большой системы маркетинга. Так они зарабатывают деньги, но моих денег им уж точно не видать. У нас здоровая семья. Я готовлю еду сама и слежу за тем, чтобы мы питались правильно. Мы едим домашнюю пищу практически ежедневно. Никакого фастфуда и ему подобных исключений. Моя философия жизни – питайся правильно, ешь здоровую пищу. И если у тебя нет лишнего веса, заниматься физическими нагрузками не обязательно. Я думаю, это и значит быть здоровым. Человек эволюционировал. Наш пищеварительный тракт и метаболизм эволюционировали за тысячи лет. Мы не понимаем этого до конца. Человек ведет себя как беспечный водитель, который вдруг решает заправить свой автомобиль новым горючим, которым никогда не пользовался раньше. Когда я объясняю это пациентам, они понимают, что нужно быть внимательными со всем, что мы делаем, и что едим. Каждый раз спрашивайте себя, подходит ли мне лично продукт, который я вижу в магазине или по телевизору. Потому что во многих случаях ответ будет отрицательным. Будьте разумными во всем, что касается вашего здоровья. Большинство людей – фаталисты. Они рассуждают так. Зачем совершать лишние усилия, если я все равно умру? Ответ на это один. Да, мы все смертны. Но вряд ли вы захотите умереть раньше заложенного природой срока. И уж точно предпочтете высокое качество жизни в любом возрасте, болезням и старости. Мы едем в Эгелёсу, чтобы встретиться с профессором Стигом Стеном и проверить состояние моего здоровья. Добрый день. Добро пожаловать. Спасибо, спасибо. Мы начнем с анализа крови. Проверим уровень сахара, содержание липидов и питательных веществ в крови. Через 20 минут мы получим ответы на все ваши вопросы и поймем, есть ли необходимость в дальнейшем обследовании. Ожидание результатов заняло гораздо больше времени, чем обещал профессор. И Ева начала заметно нервничать. Итак, Ева, у нас кое-что есть. Да. Во-первых, у вас повышен уровень сахара в крови. И это означает, что вы употребляете слишком много хлеба, картофеля, белого риса и тому подобных продуктов. Это так? Да, но я никогда не ем сладкого. Сахара, конфет. Углеводы этого типа очень быстро всасываются в кровь и вызывают скачки сахара в крови, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию диабета. Уровень сахара в крови Евы повышен, как сказал профессор, что со временем может плохо отразиться на состоянии здоровья. Повышенный уровень сахара вообще свойственен большинству жителей Запада. И это связано с употреблением пищи с высоким гликемическим индексом. Гликемический индекс показывает, в какой пропорции пища перерабатывается в глюкозу в крови. Например, за последние 80 лет в нашем рационе на 30% снизилось содержание медленных углеводов, и на 40% возросло количество пищи с высоким гликемическим индексом. Это произошло из-за того, что еда стала более дешевой. Люди стали потреблять больше пищи, особенно высококалорийной пищи, которая содержит много быстрых углеводов и обладает высоким гликемическим индексом.
Мы также обнаружили, что у вас не очень хорошие анализы липидов крови. То есть в крови мало хороших жиров и слишком много плохих, например, холестерина. Я даже не думала, что жиры бывают полезными. Проблема рациона современного человека заключается в том, что мы потребляем слишком много омега-6 жирных кислот и слишком мало омега-3. У Евы слишком высокий уровень плохих жиров и слишком низкий хороших. Например, хорошие жиры – оливковое масло, оливки, авокадо, орехи, жирная рыба и рыбий жир, который можно принимать дополнительно. Все это примеры так называемых хороших жиров. Последнее, что меня беспокоит в анализах, это слишком высокий показатель С-реактивного белка. Он свидетельствует о хроническом воспалительном процессе, который может привести к тяжелым последствиям, если вовремя не остановить его. Я просто не понимаю, как я могу быть такой старой изнутри, если я хорошо себя чувствую, мой вес в норме, я сама готовлю, ем натуральную пищу, все делаю правильно. Я думала, что все делаю правильно. Я сильно расстроена. Я получила результаты своих анализов, и оказалось, что они гораздо хуже, чем я рассчитывала. Я готова начать новую жизнь, более здоровую жизнь. Здравствуйте, Элизабет. Меня зовут Ева, и я... Стиг Стэн дал Еве телефон Элизабет Нордстром, диетолога-нутрициолога, которая пригласит ее на прием и поможет скорректировать рацион и изменить пищевые привычки. Окей. До встречи в среду. Ева приняла решение. Она хочет изменить свой образ жизни и готова начать прямо сегодня. Добрый день. Здравствуйте. Я Ева. Я Элизабет. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Что вы обычно готовите на ужин? Вчера я готовила свиные отбивные с картофельным пюре и мясной подливкой. Соус. Обычно я использую майонез, как любит моя семья. Но, по крайней мере, мы едим с ним овощи. Хорошо. Но можно есть овощи и по-другому. Придется ли мне кардинально изменить свой образ жизни, потому что я не уверена, что действительно смогу или захочу это сделать? Даже небольшие изменения могут привести в долгосрочной перспективе к большому результату, потому что они касаются пищи, которую вы едите каждый день. По данным Всемирной организации здравоохранения, мы можем снизить риск ишемической болезни сердца на 80%, диабета второго типа на 90%, и рака на 1/3, если будем вести более здоровый образ жизни, заниматься физическими нагрузками и бросим курить. Для оптимального питания необходимо употреблять ежедневно от 500 грамм до килограмма фруктов и овощей. Причем это должны быть свежие продукты, не вареные и не жареные. Конечно, большинство из нас не следуют этим рекомендациям. И именно поэтому ученые Гарварда считают, что всем необходимо принимать витамины и минералы каждый день. Как сказала Элизабет, от маленьких перемен зависит большой результат. Для начала замените красное мясо, бекон и фарш индейкой, курицей, рыбой и морепродуктами. Или растительными источниками, например, чечевицей, фасолью, тофу. Элизабет также объяснила Еве, что дело не только в том, какие продукты вы покупаете, но и как их готовите. Она посоветовала ей избегать жарки на сливочном масле и во фритюре и не переваривать пищу. Вместо этого можно готовить на сковороде с антипригарным покрытием, используя растительное масло, либо готовить в духовке, на пару или гриле. Элизабет, мы сделали это. Выглядит чудесно. Аппетитно, правда?
И пахнет очень вкусно. Смотрите, половину тарелки составляют овощи разных цветов. А главное, здесь гораздо меньше картофеля и мяса, к которым вы привыкли. Гораздо меньше. Да, но этого достаточно, чтобы наесться, уверяю вас. И это очень здоровая пища. К таким переменам я готова. Я не думала, что это будет настолько просто. Еда выглядит просто замечательно. И я могу больше ни о чем не беспокоиться. Отлично. Я говорила, начните с малого, и результат будет. Я думаю, если Ева привыкнет к таким небольшим изменениям, о которых мы сегодня говорили, например, поменяет вредные жиры и углеводы на полезные, станет есть больше фруктов и овощей и так далее, то, без сомнения, она будет чувствовать себя более здоровой и сможет жить дольше и счастливее со своими детьми, внуками, а может, даже и правнуками. Да, вы можете заявить сегодня, что любите масло, белый хлеб, жареную картошку, конфеты, шоколад, мороженое, и вам не важно, что будет в будущем, пока вам нравится то, что вы едите, и вы чувствуете себя хорошо. Но когда это будущее неизбежно настает, люди всегда сожалеют о прошлом и готовы на что угодно, лишь бы снова чувствовать себя хорошо. Мы все любим жизнь. Так давайте думать о нашем будущем уже сегодня. Я сама удивляюсь, насколько легко мне дались перемены. Я немного скорректировала рацион, это не отняло у меня много времени. А главное, эти изменения пришлись по душе моей семье. Сначала я волновалась, что мои дети и муж будут противиться переменам. Но они отнеслись к ним так же, как и я. Они знают, что мы делаем это, чтобы быть здоровыми. Теперь они с удовольствием едят мюсли, йогурт, ягоды и все, что я для них готовлю по-новому. Моя цель — всегда чувствовать себя на 25. И я непременно этого добьюсь. Если вам нужно больше информации о том, как начать здоровый образ жизни, и вы ищете вдохновение, вы найдете их в Wellness от Oriflame. Рыбий жир используется в программах витаминизации детей более 150 лет. Однако о чудодейственных омега-3 жирных кислотах узнали гораздо позже. Зачем омега-3 так нужны нашим детям? Дети рождаются с незрелой нервной системой, и мозг активно развивается первые 6 лет жизни. Происходит миелинизация нервных волокон, активно формируются межнейронные связи, и только к 20 годам нервная система созревает до уровня взрослого. Омега-3 – это строительный материал для миелиновой оболочки нервных волокон. Из омега-3 образуется нейропротектин, который улучшает межнейронное взаимодействие. Это способствует лучшему психомоторному развитию малыша, повышению остроты зрения, а также более высокому уровню IQ. Исследование, проведенное НИИ питания, доказало, что дети 5 лет, принимавшие рыбий жир с омега-3, значительно больше просматривали знаков в психологических тестах, а также на 68% меньше делали ошибок. Исследователи Канады доказали, что прием рыбьего жира снижает количество простудных заболеваний на 58%. Омега-3 улучшает работу транспортных систем кишечника. Микроэлементы, такие как кальций, легче проникают через его стенку. Кости малыша становятся более крепкими. Рыбий жир класса омега-3 снижает вероятность воспалительных заболеваний, таких как дерматиты, заболевания бронхов, которые часто встречаются у наших детей. Oriflame – компания для вас. С Oriflame вы можете зарабатывать столько, сколько хотите, для того образа жизни, который вам нравится. Зарабатывать с Oriflame легко. Пользуясь косметикой и продукцией Wellness, произведенной в Швеции, вы убедитесь в ее качестве и разнообразии. А как консультант, вы можете покупать ее со скидкой. Помимо продукции, Oriflame предлагает безграничные возможности дохода. Есть два способа зарабатывать деньги: продавая продукцию и приглашая других в Oriflame делать то же самое. Просто показывайте каталог вашим знакомым и предлагайте сделать заказ. Это легкий, индивидуальный и удобный способ делать покупки.
С каждым размещенным заказом вы можете заработать до 22% прибыли. Это то, что мы называем немедленной прибылью. Более того, вы сможете заработать объемную скидку. Каждый продукт принесет вам определенное количество баллов бонуса. Чем больше продуктов вы продаете, тем больше баллов бонуса они вам приносят, иначе говоря, объемную скидку. Возможности Oriflame могут быть интересны многим. Вашим покупателям, друзьям и всем, кто нуждается в дополнительном доходе или хочет начать собственный бизнес. Когда вы приглашаете других в Oriflame развивать бизнес, ваши доходы начинают расти согласно плану успеха. По мере роста и обучения команды, ваши доходы будут продолжать расти, благодаря как объемной скидке, так и бонусам за членов вашей команды. С ростом вашего бизнеса растет ваше вознаграждение. Ваш потенциал безграничен. Вы можете получить хороший доход, личный автомобиль и опыт незабываемых путешествий вместе с вашей командой Oriflame. Поздравляю! До встречи! С Oriflame вы откроете для себя европейский образ жизни с возможностью дохода более 25 тысяч долларов, как вы того заслуживаете. Это просто. Первое. Зарегистрируйтесь и начните показывать каталоги и принимать заказы. Второе. Зарабатывайте немедленную прибыль, продавая продукцию Oriflame вашим клиентам. Третье. Получайте объемную скидку и другие бонусы, помогая другим строить бизнес Oriflame. И вы сможете получить дополнительный доход и путешествовать по всему миру по мере роста продаж вашей группы. А главное, вы можете делать это и одновременно отлично выглядеть, зарабатывать деньги и получать удовольствие. Не ждите, пока ваше будущее настанет. Начните прямо сейчас и живите той жизнью, о которой вы всегда мечтали.